суботнім це как би новогоднє. Да, вот так. Сьогодні хочу вам розказати, що каже прилагати Новий год. Во-первых, Новий год був очень такой красочный, очень. Я даже не поняла, когда я вот проснулась 1 января, такое чувство, как будто я даже как будто вот. Вот это 1 декабря, вот начало день, это целое, то есть до 12 часов ночи, то есть как будто это вообще другая, как будто другая жизнь вообще. То есть просыпаюсь 1 января. А что там было, как будто это вообще такое ощущение, как будто это было миллион лет назад. Такое ощущение у меня всегда осваивается 1 января, то есть что это 31 декабря было очень много лет назад. Вот так вот, ребята. Ну правда, у нас было 31 декабря в прошлом году. Да, я хитрая. Итак, ну что ж, начнем. Вот часы бьют 12, да, тыщ, тыщ. Шампанское разливается, жрачка, все вот так. Все, 10 минут. Первого. Я одеваю девушку в штаны, гамаши. И что можно еще сказать? В общем, одеваюсь, одежду на улицу. Правильно, все живут на улице. Я раньше вообще не ходила на Новый год на улицу, но теперь хожу каждый год. Почему? Потому что вот так вот бывает, что родители иногда работают на Новый год. Я бываю вот с ними улочками, да, я даже это не скрываю. В общем, мы пошли родители на работу, как бы сказать так, и да, 4 часов там танцевали, развлекались, черные глаза. Значит, мы такие танцевали, идем обратно, и я вижу, что на ни одной машины нет.
Won't you be mine?